Привет всем, друзья мои, канал «Лучший день» с вами. И находимся мы сегодня на озере Иртяш. Отправились мы сюда половить чебачка, возможно, щучку. Стоят у нас жерлички. Чебак мелкий, но клюет исправно. Очень приятно сейчас в глухозиме. Оп! Разнообразится. Я уже в палатке насиделся, там тепло, хорошо, и отправился прогуляться по лункам. Оп, поклевки следуют везде, но, видимо, все такое же чебачишка, никак не засекается. Клюет как на мотыля, так и на мормыш. Опа, вот сейчас мы узнаем, кто в этой лунке нас домогался. Оп, ну это вот такой вот маленький матросик. Кошкина радость. Погода разгулялась, выглянуло солнце. Сегодня с утра было минус 25. Здесь мы на Иртяше проведем 2 дня. На рыбалке я не был, наверное, уже месяц, не выбирался. Затянула бытовуха. Поэтому не было давно уже выпусков с моими мальками, с моими маленькими уловами. Вот лучший день у нас был неполноценен. Так, один окунечек здесь уже есть. Сейчас вот потеплело, но поднялся ветерок. Оп! Глубина около 6 метров. Вот такой же матросик. Видимо, я тут на ясли на какие-то подсел. Такой же матрос. Оп, уехал. Ладно. Кошки не похудеют. То есть все как всегда. Закормились мормышем, сухарями, готовой прикормкой Делфи. Рыбачим на дробинку, и в палатке стоит поплавок с крючком. Клюет как на то, так и на другое, как на мормыш, так и мотыля, все одинаково. О, вот уже чебачок. Поставили жерлички, но сработок пока нету. Лед достаточно такой толстый. Сверлить устаешь, но я 2 лунки делаю, обязательно отдыхаю, перевожу дыхание, иначе не получается. Напрягаться-то тоже не хочется, все-таки на отдыхе находимся. Вот кто-то опять долбанул. То есть сейчас я уже, в принципе, наловился, намахался рукой. Оп, так, ага, чебачок у нас тоже домой ушел. Намахался и пробую сейчас разные приманки. Вот сейчас вот мы с дробинкой по луночкам ходим. Ну, видите, да, как отзывается? Оп. Это, наверное, тот чебачок, который убежал. Нет, это матрос. Опять у нас матрос.
все, здесь хватит, пойдем на другую луночку. Убежал прямо в лунки уже. Ну ладно. На здоровье. Порадовал поклевочкой. Молодец. Зовет, пускай идет маму с папой. Ветер порывами то налетит, то опять затихнет. Ну, ждать не будем. Ну вот опять. С этой луночки вот окунечка. Поймал одного. И все, то есть в палатке я нашел, ну специально искал с утра лунку, на которой лучше всего клюет. Там подкормился и там клев активировался очень хорошо. Здесь вот без кормежки. Здесь как бы так. Случайненько. Вот такой у меня фэншуйчик. Раскладушечка у меня с Микки Маусами. Отопление. Стол. Ну, в общем, так вот все. Разложено. Рыба. Лунки. Вот так. Ну все, понятно с мормышкой. Сейчас мы попробуем без насадку. Будем пробовать чертик. Вот такой вот у нас чертик. Сейчас мы его попробуем. Наверное, кава, мне кажется, он должен работать. Крупного ничего пока нет. Жерлицы не работают. Да, ну есть на что валить опять. Можно сказать, глухозимие. Черт возьми. Глухозимие. Так, сразу проверим поплавок, что у нас там. Наверное, все объели, пока меня не было-то. Ну точно, ничего уже не осталось. Клюет одинаково, что на мормышку, что на пустой крючок. Опа. Так получилось, что спало всего один час. Поэтому, я думаю, маленечко поудить, да, с часик книжку почитать. Кстати, книга у меня сейчас новая. Вчера
купил. Только прочитал эти книги, с которыми ездил по рыбалкам. И купил я нынче вот такой Василия Шикшина. Выбираю деревню на жительство. Ну, сборник рассказов. Сегодня начну. Ну, читаю я книги подолгу, потому что меня хватает на парочку страничек, ну, максимум на главу, и я засыпаю. Так, ладно. Поплавочек зарядили. Черт, что ты передумал? Все же было нормально. Ну-ка, давай. Плавай, как положено. Нечего выпендриваться. И теперь распускаем. О, блядь, там что? Оп, пусто. Черт. Черта никак не удается распустить. Не могу же к поклевке равнодушным остаться. Продолжим распускать нашего черта. Он, видимо, ждал там, сидел, когда ему преподнесут мотылята. Дно. Ладно, на мотыль уже не интересно. Давай с чертом попробуй с моим побороться. Ну, на безнасадке что-то рыба не клюет. Вот. Мелочи я уже наловился. Ну и так, с часик хочу маленько просто кайфануть. С книжечкой чуть-чуть поваляться. Через часик встанем и пойдем снова обманывать каким-нибудь способом рыбу. Вот так вот, друзья, проходит наш лучший день. А мы начинаем Василия Шукшина. Ну что, я вот прекрасно вздремнул. Здесь у нас продолжает клевать также мелочевочка. Тоже прекрасная, классная, веселая. Порой не подсекающаяся. Вот такая вот мелочь. И сейчас я вот кофе попил. Думаю, пройтись еще. Ну, что-то на безнасадку не клюет, но я все равно возьму сейчас блесну. И пройдусь по лункам с блесной. Просто чтобы прогуляться. Пройдусь с блесной и менять вот, ну вот тот за бортом сосновый бор тихонечко манит. То есть я еще думаю прогуляюсь в лесок. А мелочь, ну пусть растет, я ее, ну скучно будет, опять половлю. Такие вот пироги, вот так вот проходит у нас лучший день. Все по понятиям, и поспал, и почитал, поел, все поделал. Пойдемте рыбачить на блесну. Thank you.
руки, батюшка. Красавчик. Ну, погулял, посмотрел, как другие рыбачат. Одно и то же всех. Приятелей, солнышко село. Пора включать обогреватель. Чебаки клюют исправно. Окунишки как-то не проскакивают. Но там на тех луночках, где я вам показывал, там так и клюют эти мизинчиковые окуни. Здесь чебачишки небольшие. Подергаться из интереса. Красота. Нажирлись, и сработок нет. На безнасадку тоже ничего не ловилось. Как-то вот так вот. Нынче очень хорошо проходит, лучший день. Давайте, чебаки. На камеру очень редко клюет. Вот специально вот сейчас вот держу, болтаю. А она не клюет. Так, что-то тыкнется. А вот когда положил, оп, вот я только об этом сказал. Когда положил, она сошла. Она начала, ты ее водишь, водишь туда-сюда, проводку туда-сюда. О, все еще здесь. Оп, ты что, дружище? Опа. Ну вот он. Он почему-то ошибся. И поплыл не в ту сторону, видимо, ко мне наверх. Ну ладно, сам захотел, что. Заходи в гости, значит. Вот. Водишь туда-сюда. Поклевок нет. Положил. Пока руки держишь на удочке, все равно не клюет. Только убрал руку. Пожалуйста, тебе поклевка. Ну так, видимо, устроен чебачий разум. Надо подглядывать, что ли. Вот иногда кажется, ну, специально точно подглядывать, не иначе. Нет, я вообще не понимаю, с чего я взял, что здесь батарейки-то, блядь, мизинчиковые. Лёха! Оу! Такая же фигня. Угу. Пальчиковые батарейки. Три люстры. В каждом по три батарейки. Оп. Нет, ну почему я набрал... Ох, что, сошел, что ли? Почему я набрал мизинчиковых-то? С чего вообще взял? О, вот в такие вот моменты я чувствую себя каким-то Алешей. А и что? А это значит, что, возможно, съемки-то ночью не будет. Ночью особо наверняка и нечего будет показывать. Я, наверное, лягу спать. Буду высыпаться. Вот. Скорее всего, произойдет это вот так вот. Но все-таки хотелось. Конечно, я найду, куда использовать батарейки. У меня вон в эхолоте, в часы, да? Неважно. Но почему я решил-то, что здесь они мизинчиковые-то в этих люстрах? А, ничего не понимаю. Вот так вот бывает. Хотел сейчас во всех люстрах поменять батарейки. Повесить, они ярко горят. Светодиоды. Ну вот, придется старыми обходиться. Ладно. В крайнем случае у меня есть налобный фонарь. Я могу налобным фонарем светить. Ну, конечно, съемка уже херовая будет. Ой-ой-ой. Почему я так решил, я ничего не пойму. Что такое? Ну. Что, не лови же их ночью. Коты будут довольны.
такой бойкий, а я даже подумал, что ничего такой. Он так просто какой-то очень активный. Активный плотвец. Наверняка это мужчина. Плотвец. Вот зараза. Он у меня соседнюю удочку зацепил. Не мог аккуратненько так сопротивляться в другую сторону. Надо же, кругаля какого дал. Зацепил. Все. Зацепил. Да что, опять леску зацепил, что ли? Да Достоевский ты. Вы что, сейчас специально, что ли, так стали делать? Сговорились вы, что ли, а? Поплавок-то неохота выбирать. Придется, наверное. Да перестань биться. Попался ведь, веди себя как мужчина. Это, знаешь, чебочиха. Плотва красивая рыба. Серебристая такая, красота. Еще мне очень нравится, как выглядит голавль. Он же все равно имеет такое сходство с язем, но язь он не такой пестрый. А голавль он тоже красавчик такой. Красивая, сильная рыба. Считается хариус симпатичным из-за своего этого паруса. Ну, мне больше голавль нравится. Такой он. Своими яркими красками. Ну что, камера специально для тебя включена, клевать давайте. Нет ведь. Опа. Руку надо убрать, чтобы клюнуло. Убираю. Черт, все дело в камере. Ага. Давай, я записываю. Записываешь? Ага. Сейчас, сейчас,
по дохлому дроби. Чего? Меня учи. Записал. Че, время 7 часов вечера, 7:30 уже даже. Чебачишка по-прежнему, несмотря на темноту, продолжает поклевывать, но перестал клевать на крючок, на обычный. Вообще просто перестал. Не видит его или что, не знаю. Клюет исключительно мормышку, на блестящую. Вот, ну, наверное, посижу часиков до 10. Да и, пожалуй, баиньки. Ночь не буду пялить. Ну, что, из-за чего тут пялить? Караулить, как бы, в перспективе рыбы-то большой нет. Поэтому часиков в 10 я пойду спать. Снимать, наверное, больше не буду. Ну что снимать? Чебака вы видели, какой ловится. Весь такой вот стандартный он и есть. Не крупнее, не мельче. Весь такой, ну, там плюс-минус незначительно. Так что вот, друзья мои, всем спокойной ночи. Увидимся мы с вами утречком. Добрейшее утро, друзья мои. Время у нас 9 часов утра. Я давно-давно так долго не спал. С 9 вечера до 9 утра я выспался на целый год вперед, на все трудовые будни. Рыбачить, да, будем пробовать, но в перспективе тот же самый мелкий чебачок, поэтому я не стремлюсь соскакивать ни свет ни заря, караулить там каких-то монстров. Вот. Поэтому сейчас встаем потихонечку. Выпьем кофе. Закинем удочку. И т.д. и т.п. Пора вставать, одним словом. Оказывается, снег валит. Нифига себе, погода как переменялась. Надо же. Пацаны тоже спят, походу. О! По губам кому-то съездил. Это просто, я думаю, желанный такой, желанное утро рыболова. Ароматный кофе и поклевки с самого утра. Но сейчас с утра я кормить не стал, чтобы много мелочи не подманивать. Вот. И постоянно атакует меня здесь маленький мизинчиковый окунек. Замучил. Погода поменялась, на улице валит снег хлопьями. Пушистый такой.
Ну, на камеру бы поймать, как всегда, не хочет. Ну, вот такой вот. Ой, вот он. Вот такой. Окунишка. На завтрак, так сказать. По жерлицам так сработок и не было. Щука полностью бастует ее здесь. Либо нет, либо она есть, не хочет. Так вот, ребята. Эта рыбалка оказалась очень трагичной. Пока я здесь завтракал, пил кофе и ловил рыбу, умер в соседней палатке рыболов дядя Федя. Пошли его толкнуть, что-то долго не встает. Он уже оказывается мертвый. Не знаю, что говорить. Лучший день сегодня закончился, переименовался в худшую рыбалку. Вызвали 112, набрали. Ждем приезда служб. Такой получился отдых. Так вот он закончился. Всем пока, друзья мои.